Всем привет, дорогие друзья, с вами я, обычный эксперт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу, как же можно исправить те баги, которые у вас встречаются в быту. То есть, что имеется в виду, здесь есть топ-5 багов, те, которые вам встретятся, и есть решение, которое вы можете сделать сами. То есть, не паникуйте, если вы встретили какие-то баги, проблемы использования с устройствами Apple, то есть iPhone или iPad. Всегда есть проблемы, решения, которые можно решить в мгновение ока. То есть первое — это на разблокировке экрана вызова меню разблокировки цифренного же пароля, я имею в виду, или буквенного, решение бага есть таким. То есть вам нужно будет вызвать меню экстренной службы. То есть вот я через Assistive Touch жмем насос, и у вас сразу же появляются циферки для разблокировки экрана. Вот, дальше это есть нажать на камеру на меню разблокировки, вот у вас будет начальный экран, у вас здесь вот будет свайп просто на камеру. Свайпните, нажмете в нижний левый угол и перейдете на фото, а также вылезет этот же пароль, цифренный или буквенный, как вы там поставили, и разблокируется экран. Либо же проще всего вызвать Siri и попросить ее открыть какое-либо приложение, она также попросит пароль пальцем, либо же разблокировки цифренного или буквенного пароля. Второй баг встречается — это не работает кнопка домой, home. То есть открываем настройки, ищем вот это вот ползунок, который у меня Assistive Touch. Вот проще вот его здесь английскими набрать, вот Assistive Touch, перейдете сюда, вот Assistive Touch, и активируете этот ползунок, все, и будете разблокировать экраны, также пользоваться, если она у вас вообще не работает. Это есть та кнопка виртуальная, если у вас вдруг разбилась механическая, не работает, то вы всегда можете ей воспользоваться. Здесь очень много всяких функций, можете убрать громкость, добавить, вообще на беззвучный заблокировать и тому подобное. То есть скрины делать, многозадачность вызывать и все остальное, как вы под себя настроите. Следующий баг — это если вдруг у вас пришло много очень обновлений, есть такое, как постоянно вспышка работает, если она включена. Заглючила вас, когда перейдете сюда в Control Center, вы не сможете нажать на фонарик, потому что он будет неактивен. Также вызываете Siri, просите ее включить фонарик, и все, этот баг решается. Все. Следующий баг — это касается, пропадает связь или плохо ловит сигнал. Вам нужно будет просто включить авиарежим, выключить, перезапустить систему по сотовой связи, и она будет дальше нормально работать. Ну и, конечно же, последний баг. Чтобы решить любую проблему с вашим iPhone, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому ролику, прожать колокольчик и оставить комментарий любой, который вам заблагоразумится. Оставляйте ваше мнение также в комментариях. Мне очень интересно познакомиться и ознакомиться. Вот. Ну и все. Всем пока. 真的后面全部走，不仅要把钱赚够。